Вот. Я сделал, посмотрите, верхнюю и нижнюю сторону, но я пока что не беру в руки, потому что он сейчас стоит, сохнет. Клей, а он как бы сутки сохнет, поэтому вот. Вот он сохнет, стоит здесь. Я в два захода, ребята, это делал. Вот, потому что, ну, я сначала сделал один из слоев, да, а затем второй. На каждый из слоев ушло по 3 часа 40 минут. То есть в общей сложности на оба слоя, то есть на только лишь на верхний и нижний, ушло 6 часов 80 минут. То есть это 7 часов 20 минут. Вот столько времени, то есть гораздо больше времени, оказывается, занимают вот эти вот внешние детальки, чтобы их сделать, чем подготовить саму крестовину, шестерку. Вот. В общей сложности это 4 часа на 4 средних слоя и на верхние и нижние еще 7 часов 20 минут, то есть 11 часов 20 минут вот просто на то, чтобы одеть вот эту шестерку внешними деталями. 11 часов 20 минут и всего лишь 5 часов, чтобы просто крестовину шестерки подготовить. Как видите, второй этап гораздо дольше будет длиться у любого чека. Оба раза я, да, сделал за 3 часа 40 минут. Может быть, второй раз дала несколько минут быстрее. Как-то время, оно будет одинаковое у всех. Каждый, кто попытается, сделает за 3 часа 40 минут. Вот. Один слой вот из этих. Но это... В общем, каким образом я все-таки делал? Да, я был действительно прав, что надо делать это... Как бы, что надо, как бы 8 миллиметров сверху и снизу. То есть, вот. Но у меня планы поменялись. Знаете почему? Потому что я все-таки решил сделать стопку из 7 досок для пластилина, да, то есть 7 миллиметров. И все-таки только лишь на самый верх налепить вот этот квадратик, который побольше. Вот. Ну, я не знаю. Я не знаю, буду ли я потом заполнять эти детали эпоксидом. И как-то их, не знаю, или оставлю вот так вот. Я не знаю. Удивительно, что доски до пластилина потребовалось для этого гораздо меньше, чем я думал. Меньше, наверное, одного листика А4, я думаю, да. Хотя, казалось бы, должно было быть гораздо дольше. Вот. Да, эта модификация, она занимает гораздо больше времени, чем какой-нибудь 4 на 4 на 3, который там. Ну, ладно. Вот здесь вот стоит у меня, видите, здесь вот в самом боку, тот самый 5 на 5 на 6, который я делал в 2016 году, вот он там стоит. Видите, он гораздо больше. Он сделан из восьмерки. Из-за чего как бы получается, что здесь вот столько времени у меня, знаете, что занимало? Я как бы думал, как их приклеить, прицеливался, чтобы было ровно, потому что на восьмерке-то подсказывает, а здесь ничего не подсказывает. И, в общем, вот. Должен сказать, да, как только все это засохнет, я немножко там срежу лишнее вот. То есть лишний пластик там, его можно легко ножничками срезать будет, там, чуть-чуть лишь. Вот. И, собственно, потом я, наверное, да, наклею наклейки. Ну, я 7, короче, 7 стопок, 7 квадратиков. Да, из доски до пластилина клеятся. А восьмым наверх, вот такого же размера, который и сбоку, то есть вот 14 миллиметров где-то вот, да? И все. Короче, я, да, все это сделаю, наклею наклейки, покажу. Я не знаю, он вращается настолько туго, настолько мерзко, настолько ужасно. Я не знаю, что буду с ним делать. Достаточно, да, он, конечно, вот такого он размера. То есть каждый кубик здесь 14 миллиметров. Ну, меньше гораздо, чем предыдущие 5 на 5 на 6, но все равно все это...
я буду делать. Именно так я, по-моему, и делал на 5 на 5 на 6, который из восьмерки был сделан. Также тоже слои делал. Вот. Да. Как делать наклейки? Да, очень просто. Так же вырезайте, как из доски для пластилин, только из наклеечной бумаги. Я тоже уголки закруглю там, чтобы да. Ну и все. Потом я не знаю, буду ли я его разбирать подетально, что-то там шлифовать внутри, закруглять внутри. Не хочу, чтобы он был расхлябанный, знаете. Но он настолько мерзко, настолько туго идет он. Реально не вращается так, как хотелось бы. Вот. Но, тем не менее, вот. Чтобы сделать вот эти вот все детали, которые наклеиваются на 6 на 6 на 6, потребовалось 11 часов и 20 минут. Вот столько времени. Это больше, чем в два раза дольше, чем на самой шестерке делать вот эти круги, как бы. Так что вот так, ребята.